Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется King Tivis. Джеффи, проснись, пора выбираться отсюда. К двери, быстрее! Нажми, чтобы начать. Мы с вами играем вот за этого чудика маленького. Так, персонаж бежит автоматически. Окей. Берегись ловушек. Берегись ловушек. А что я могу сделать? Тут перепрыгнуть, если? Ха, изи. И наверх, естественно, с тобой. После побега из тюрьмы мы нуждаемся в крыше над головой. Да, Джеффи, я с тобой согласен. Воу, 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 ничего себе тут уровней. Хе-хе. Давай превратим это подземелье в твой новый дом. Отправляемся в это подземелье. С удовольствием. Нравится? Еще бы. Это же твой новый дом. Во время заточения. А тебе почти позабыли. Твой воровской рейтинг попросту обрушился. Воровской рейтинг? Ну, не так уж и низко. А вот и мы. Я понял. Что? Как тебе удалось сбежать? Кто это такой? Растин какой-то. Неважно, трона тебе не видать. Разберись с ним, Джейс. Слушаю, сэр. Бывший король воров хочет вернуть свой трон. Хе-хе-хе. Я Джейс, чемпион этой лиги. Сначала придется одолеть меня. Как скажешь, голодранец. Не переживай, я уверена, что ты сможешь попасть в топ и вернуть себе титул короля воров. Вперед! А значит, я был король воров. Чтобы снова стать королем воров, тебе понадобятся драгоценные камни. Драгоценные камни хранятся в сундуках. А еще ты можешь увеличить их ценность с помощью проведения ритуалов в тотемах. Открой тотем. Добудь камень, чтобы запустить ритуал. Готов ограбить своего первого соперника? Ха, спрашиваешь. Конечно, готов. У других воров есть собственные подземелья с тотемами. Попробуй стащить у них самые ценные камни и вернуть титул короля воров. Найди кого-нибудь и ограбь его. Найти противника. Так, нажмите, чтобы начать. Найди настоящую замочную скважину, чтобы взломать замок. Настоящую? Ну давай. Доберись до его тотема. Да слушай, ну тут проще парень на реп. Я не знаю, правда, это можно брать? А это камни, а я перепрыгнул. Я это думал, что, ребят, это газ. Опа. Опа, да проще некуда. Хе-хе. Ограбили мы с вами. Блин, две звездочки, а нет, три. Так, безупречно. Так, и что? Украсть камень с тотема непросто. Чем больше звезд ты получаешь, тем выше твои шансы. Но ты всегда можешь испытать удачу и запустить рулетку снова. Бесплатно, давай. Опа. Ну, неплохо, ребята. Ух ты. А мы можем что-то изучать? Эти драгоценные камни — твое главное сокровище. Ты можешь улучшать их при помощи тотема. Вставь драгоценный камень в тотем. А где тотем? А, вот сюда, понял. Начни магический ритуал. Пуск. Знаешь, в чем загвоздка с ритуалами? Им нужно время. Нужно расставить ловушки, чтобы твои камни было сложнее украсть. Так, давай попробуем над твоим подземельем поработаем, да? Редактировать. Возьмите эту ловушку. Перетащите ее сюда. Сохрани подземелье. Ваше подземелье успешно сохранено. Ты можешь улучшить ловушки за золото, увеличив наносимый ими урон. Смотри, у тебя есть шахта, которая со временем заполняется золотом. Собери все золото из шахт. Теперь давай улучшим твои ловушки. В этот раз я заплачу. Усовершенствуем ловушки. Так, как вот эту? Ага, улучшить. Ты это слышишь? Слышу. Кто-то проник в твое подземелье. И кто же? Ах ты, смотри-ка. Ну, у меня строятся, блин, ловушки мои. Ай-яй-яй, он сейчас украдет. Ты посмотри, какой хитрец, а. Другой игрок только что похитил драгоценный камень из твоего тотема.
Давай найдем того вора и выкрадем у него твой драгоценный камень обратно. Я только об этом и мечтаю, друзья мои. Вернуть. Конечно же. Доберись до его тотема. Давай доберемся до его тотема. Ой, сори. Как это так получилось? Опа. Ага, он подвесил его наверх здесь. Но мы-то не простачки. Обратно, мы заработали свой же тотем обратно, ребята. Опачки. Получилось, тебе удалось вернуть свой драгоценный камень. Да я уже понял. Так, можно его обратно сюда поставить? Теперь вставь его обратно в тотем, чтобы продолжился ритуал. Я вот и хотел так сделать. Пускай продолжается ритуал. То, видите ли, пришел тут. Когда ты улучшаешь ловушки, они не работают. Давай ускорим этот процесс. Так, бесплатно. Так, до уровня 2 улучшили, да? Все причем. Кажется, твой ритуал завершился как раз вовремя. Ритуал завершен, ваша награда. Собрать. Ох, и что? Поздравляю с первым улучшенным драгоценным камнем. Чем выше рейтинг драгоценных камней, тем выше твое положение в лиге. Начнем ритуал снова. Опять? Ну ладно, давай, 4 минуты. Ты осознаешь, как много людей хотят украсть твои драгоценные камни? Давай подстрахуемся и ускорим ритуал. Опять бесплатно, давай. Ага. Так, еще минус один зуб. Новое место, ребята, у меня 15-е уже. Сумма твоих драгоценных камней определяет твое место в лиге. Ты всегда можешь посмотреть свою позицию в лиге здесь. Вот здесь, да? В Золотой Лиге тебя ждет встреча с лордом Растином. Это он тебя заточил в темницу. Ну, гаденыш, а? Он за все ответит. Отличная работа, я нашла для тебя новую миссию с отличной наградой. Так, открой список миссий. Ну-ка. Если тебе нужна помощь, коснись значка лупы и получи подсказку по дальнейшим действиям. Выполни ее, и я скажу, что тебе делать дальше. Ну ладно. Так, вставляем с тобой опять камень. Запуск 3. Ну да, 4 минуты, ребята. Так, а я могу, наверное, ускорить, да? Могу. Камень мой еще прокачался, минус зуб у этого тотема. Опа, что случилось? А, новое место, 11-е у меня уже стало. Ой, я совсем забыла упомянуть, что эти тотемы очень хрупкие. Они не могут работать бесконечно. После нескольких ритуалов их сила исчезает и они разрушаются. К счастью, я нашел совсем новенький тотем в подземелье, недалеко отсюда. Переедем туда. Хм, переедем. Что тут у нас? Нажмите, чтобы переехать. Ты можешь выбрать набор ловушек для нового подземелья. Я договорилась со своим другом, поэтому мы можем бесплатно установить набор мастера. Попробуй. Бесплатно. Набор мастера. А в новых подземельях ты найдешь ранее незнакомые тебе ловушки и тотемы. Смотри, этот тотем совершенно не похож на предыдущий. Так, и что же это за тотем двойной какой-то? Этот тотем может объединять драгоценные камни. Для этого тебе понадобится 2 драгоценных камня. Но ты ведь уже знаешь, где можно найти новые камни. Хм, давай это будет твоей новой миссией. Собрать. Так, украсть один камень у других игроков. Ну что же, попробуем. Атака. Так, найти противника. Подземелье Mad Max. А я откуда начну-то? А, нужно еще взломать. Так, если я перепрыгну сюда. Блин, давай посмотрим, как это будет все выглядеть. Опс, понял. Так, предположим. У-у-у, господи, я напоролся, ребята. Изи! Слушай, ну тут получилось. Все отлично, ребята. Правда, 2 попытки были. Ух, ну это круто. Так, повелитель звезд.
Еще бы не повелитель звезд. Еще какой, друзья мои. Вот он у меня, второй камень. Ага, вижу, тебе удалось где-то стащить новый камень. Отлично, теперь мы можем провести новый ритуал с двумя камнями. Начни магический ритуал. Я понял, понял все. Так вот выставляю. Пуск. И я нашла троны. Они помогут тебе вернуть титул короля воров. Чтобы использовать их, заверши ритуал в своем подземелье. Собрать. Но... Так, завершить один тотемный ритуал. Так я сделал, все. Что дальше мне надо сделать? Сюда идти? Найти противника. Погоди-ка, а тут-то что у нас? Давай улучшим твой замок, чтобы другим игрокам было труднее его взломать. Давай. Бесплатно. Улучшить. Нет времени на ожидание, давай ускорим процесс. А, это взламывать буду, да? Сложнее, понял. Умение замок улучшено до второго уровня. Отлично, замок улучшен, и подземелье теперь труднее взломать. Ха-ха. Ладушки. Поверю тебе, так уж и быть. Особый сундук. Ох, ничего себе. Но у меня нету ни денег, ни возможности приобрести его. Жаль, друзья мои. Ну что, взламываем с вами. Так, подожди-ка, тут у нас звездочка, цветок. Это что такое вообще? Косточка. Получи эту... Да не надо мне пока наклейки. Я... Можно мне как-то выполнить миссию? Так, почта. Научи вашего робота ходить. Научите вашего робота драться. Стань лучшим тренером роботов в мире, чтобы поиграть первым. Подать заявку. А что это за игра? Не знаю, ребята. Редактировать. Так, нам нужно редактировать с тобой, да? Сменить ловушки. Проверить. Ну, предположим, я сохраню. Ну все, 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 хватит мне. Можно мне как-то, в конце концов, пойти уже и атаковать? Хоть кого-нибудь, найти противника. Будьте добры. Все, спасибо. Взламываем. Неудача? Во. Так, здесь у нас что? Ага, я понял. Ой, чё ж я так? Ай-яй-яй. Погоди-ка, погоди-ка, а как надо сделать? Сюда идти, что ли, наверное? А почему сюда не идешь? Ага. Да чтоб те, что тут мне показываешь? Отключение ловушки. Нажми, чтобы начать. Зачем так надо было делать, а? Погоди, в данный момент я вообще где нахожусь? Чье это все? Объясни мне. Это было вражеское. Так, ну я потратил что-то, ребята. Отключил ловушки. И, соответственно, награда у меня, ну, вообще ни о чем. Да? Вообще жиденькая какая-то. Новое место. Ну, хотя бы десятое. Окей, я могу дальше продолжить? Могу. Поехали искать противника нового. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка. Понятно, мимо. Мимо. Попал. Так, перепрыгиваем. Ой. Что довольно. Так. Что это за летучая мышь еще тут за мной вязалась? Вообще-то я немножко по-другому хотел все это сделать. Давай так. Вот так. Ать! Стырил я все-таки у него, ребят. Я стырил сундук на 3 звездочки. И не надо мне бубу, безупречно. Я получаю 3 ключа, что ли, или что? Эть! Еще разок, еще раз. Ну давай еще разок. Да ну хорош. Во. Нормуль. Окей. Так, у нас что, первый уровень еще до сих пор? И какое место? 8-е, друзья мои, уже. Фух. Поехали дальше. Так, подожди, какой домой? Не надо мне никаких домой. Ну тут уровни, конечно, ё-моё. Никаких домой, да? Уровень 2. Так. Нашел. Нашел отмычку. Так, здесь будет сложновато. Хотя, ничего сложного нету. Хоп, хоп, и я в дамках. Хе-хе-хе.
захотели Рэя обмануть. Нет, ребятушки, все будет, как я захочу. Окей. Ну вот, наконец-то заслуженная вторая. Второй уровень, ребят. Собираем 18 ключей. Ух. Так, а вот здесь что такое? Собрать звезды в атаках, смотри видео и получай награды. Смотреть. Так, ну помни, одновременно можно хранить не больше 7 звезд. Ну что, и награда всего лишь 10 ключей? Спасибо вам большое. Я думал, что-нибудь путевое дадут. Ну что, у нас с тобой... Так, подожди, ну это моя, да? Это моя карта. Или не моя? Атака. Противника ищем с тобой. Нашел, друзья мои, противника. И ломаем ему замок. Так, а вот тут надо подумать. Мы начинаем с этой стороны. Так, предположим. Ага. Значит, нам нужно... Блин, подожди, а как тут быть? Слушай-ка, а тут... Вот оно, как все работает. Легче пареной репы. Ну, в начале, когда ты, да, появляешься, только как бы немножко теряешься. Как, что, куда нужно нырнуть, куда тут проползти. А потом уже как-то полегче все становится. Ладно, давай с тобой, что такое. Мне противника дадут нового найти или нет? Хочу нового противника найти. Отлично, угадали. Что тут? Нам надо будет через этого перепрыгнуть, потом сюда. О, тут будет сложновато. Так. Так, бежим, 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 бежим с тобой, родной мой. И обворовываем. На 3 звездочки. Слушай, я так понимаю, что это в начале все легко и просто. А дальше будет, наверное, такая сложнота, что уши вспотеют. Повелитель звезд. Ну, что такое, ну, звездочку-то могли бы одну-то дать мне, господи. Так, найти противника. Я ищу дальше. На 3-м уровне будет совсем другая карта. Поехали. Ой, это что такое? А, отменить ловушку я могу, да? Ну что, глянем. Так. Ой-ой-ой, была непростительная ошибка. Опачки. Тихонько, просто иди тихонько вот сюда. А почему? Во. Надо было тихонечко так перепрыгнуть, спрыгнуть и поймать. Короче, ребят, игру можно назвать «Король воров». Вот так вот. Да, мы как бы с собой... О, повелитель звезд. То есть мы с тобой можем посмотреть... Видосик, получить ключи и новый уровень, 3-й. Та-да-да-дан, та-дан. Победоносная музыка. Так. И мы с тобой сюда переместимся или куда? А, вот, 3-й уровень, да? Нажмите, чтобы начать. Взлом. Взломаем сейчас мы ему на легкую. Так, смотрим, наверху сундук. Оп, оп. Наверху сундук. Опа, ничего сложного абсолютно не было. Забрались просто, даже глазом не моргнули. Монеток у нас уже с тобой, кстати, очень много. Мы можем улучшить наши подземелья. О, а вот здесь, вот, кстати, будет фига сколько у них тут. Да ладно. В последнем замке. Так, как же быть? Опа. Секунду. А, вон, там наверху была полочка, оказывается. Это полочка была, я думал, как же тут быть. Слушай, подожди-ка, а у нас же камни улучшаются. Где мне посмотреть мои драгоценности, а? Так, лучшие игроки. Я в деревянной лиге еще, ребят. Вот здесь вот, да, у нас. Собрать, конечно. Опа. Удачу, удачу дай мне. Вот это что такое? Собрать. Хм. Новое место, 9-е. А что это такое получил, ребят? Какой-то непонятный. С этого момента за каждый завершенный ритуал ты будешь получать волшебный предмет. Не, подожди, зачем вы меня отправляете? Я же хотел... Магические предметы помогут тебе улучшить трон. Кстати, награда за выполненную миссию уже у тебя. Соберите награду. Так, трон. Супер, теперь ты можешь использовать троны. Они помогают тебе снова заполучить титул короля воров. Ну и... Собери больше предметов и создай легендарный трон, который наделит тебя уникальными навыками. Давай создадим тебе новый трон. Ну давай.
Так, создать. Бесплатно пока дают. Вот так он выглядит. Трон создан. Этот трон увеличивает количество здоровья. Ты отлично на нем смотришься. Улучши трон до максимума, и ты сможешь создать куда более мощный. У каждого великого воришки есть собственный легендарный трон. Улучши 12 тысяч у меня... О, хватает. Да. Ага. Слушай, а что мне дает здоровье, ребята, если у меня всего лишь одна жизнь? То есть я попадаю на шипы и умираю сразу же. Хочешь новый костюм? Мой друг дарит тебе аппарат для костюмов. Стильный вор. Чтобы получить его, выполни следующую миссию. Так, украсть 2000 золота у других игроков. Ну, друзья мои, это-то нам по плечу, но согласись, ну что, я не смогу, что ли, стырить? Смогу, конечно. Оп, ой, тихо, подожди, тут ошибочка была моя. Так, пока хорошо. Эх, надо было раньше прыгать, господи. Где-то вот отсюда надо сразу, оп. Увидишь, как все. Сразу приземляешься и делаешь супер прыжок. 2000 я получил? Нет? Наверное, нет. Давай еще одного противника с тобой найдем. Вот я хочу, например, этого обжульничать. Где я? Ага, вон я тут начинаю. То есть перепрыгиваем, перепрыгиваем. Как бы тут ничего такого сложного. Ать! Ну да, 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 да. Да чтоб тебя, Рэй, ну хорош. Хорош глупить-то. Опа, понял. И делов-то на копейку. Фух. Прикольно. Бомба? А что значит бомба? Фига у нас там с тобой. Так, и я получил 9. Я же был на 9 месте, меня опять сбросили. Так, украсть, собрать. И давай-ка с тобой, наверное, улучшать. Пуск. Пускай это все идет в улучшение, ребят. Ну, а мы с тобой давай-ка найдем еще одного противника. Хочу взломать эту Элли. Эть, ё-моёшечки. Так, 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 так. Сразу прыжок. Это я уже где-то видел. Абсолютно одинаковая была карта, что предыдущая, что это. И как бы без проблем я взломал. Опять две бомбы. Какие-то новые, что ли... Да, новые самоцветы мы с тобой получаем. Ритуал закончили. И собираем. Так, у нас с тобой еще будет три попытки. Собрать. Листочек. Для чего нам это все, а? Оу, 7-е место. А ну-ка давай так сделаем и вот так. Пуск. И найти противника. Хочу надрать им задницу. Так. Везет-то мне как. Что здесь? Зачем ты так делаешь? Ну, господи, Рэй, ну. Ать! Лопухнулся. Предположим, так. Надо не спешить, надо подождать маленько, согласись. Вот и все. Мастерство, как говорится, фиг разбазаришь. Оно всегда при нас. Новый уровень, 4-й, друзья мои, награда. Куча ключиков и тому подобное. Ну, а я, наверное, ищу следующего противника. Ну-ка, взломать бы его сразу, этого. Отлично. С третьего попытки. Так, смотрим. Это мы уже с тобой где-то видели, верно? Ага. Ать! Что-то не сработало. Блин, слишком быстро. Да что ты, Рэй, ну хорош, ну господи, ну. Опа, вот теперь все замечательно. Теперь меня все устраивает. Фу. Две звезды, почему? Блин, что с бомбой делать, а? Объясни мне. Что мне делать с бомбой? Не знаю. Ну, давай еще одного противника, так сказать, на дорожку, да? Обуем. Опа-на. Слушай, ну это уже повтор. Мы уже были на этой карте. И когда ты, кстати, уже был на повторочке, да, как-то попроще ее проходить. Так, да и здесь, по-моему, мы тоже с тобой были. Единственное отличие, что тратишь больше ключей. Но ведь были же здесь мы с тобой или не были? Ой, зачем я...
Так, подожди. Ой, а как тут быть? Допрыгался, блин, кузнечик. Ать! Нафига ты поспешил? Так вот объясни, а? Ну зачем? Ну... Вот и все, делов-то на копейку, ё-моё. Не спешить, главное. А то я паниковать начинаю, у меня сразу глаза из орбит лезут. А, что, как, что, почему? Да не почему, потому что ты в деревянной лиге находишься. Вот поэтому тебе и не везет. Не надо там так рычать, как песик. Оп, хоп, хоп. Ты видишь? Ты видишь, что у нас происходит? Вот так вот. Обворовали. Безупречно написали даже. Так, ну что, растет у нас уровень, да? Растет уровень. Ну вот, чтобы сила врагов росла, я пока не вижу. Начинаем отсюда. Ладушки. Ну что, газанем маленько? Ать! Газанул, блин. Так, так. Вот здесь вот главное, ребята, что-то нам... Ах ты, подловил жучара меня. Подловил он меня, все-таки гаденыш этот мелкий. Да что ты, ну зачем ты так рано прыгнул, ну... Ну для чего, а? Мышка еще это отвлекает меня тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было глупо. Ну тут-то все... Все, вот начинается, вот когда ты... Думаешь, что все на изи, все легко, начинается у тебя вот такая вот штука. Ага, вот, вот как надо было. Надо было посидеть на этой стеночке, переждать определенный моментик, подрасчитать свой прыжочек и все. Ну, это легко, как говорится, говорить уже после того, как все сделал, да? Ну что, друзья мои, я думаю, что, наверное, мы будем с вами закругляться на сегодня. Пишите в комментариях, как вам эта игрулька зашла, не зашла. Ну, тут, конечно, уровни, ё-моё. Я даже боюсь представить, что там дальше. Да хорош, ну что, бесконечно, что ли? В общем, пишите в комментариях. Ну, а на этом будем прощаться, ребята. Всем удачи и до новых скорых видосиков.